Совсем скоро новогодние праздники. Врачи, медсестры, социальные работники, водители скорых, все они продолжат работать и будут помогать тем, кто заболел. И у каждого человека есть возможность поддержать их в борьбе с коронавирусом. Для этого необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию, следовать медицинским рекомендациям, рекомендациям Роспотребнадзора и, самое главное, беречь себя и своих близких.